Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала и любители птиц. Сегодняшнее видео будет посвящено певчим попугаям. Попугаям породы, которая называется певчие. Вот перед вами пара как бы красных певчих. Справа это самец, слева самка, она более темная. Но у нее там вот между крыльями все равно есть бордовый такой оттенок пера красного. А самец он вот такого вот расцвета, как вы видите. Эту пару я приобрел в том году в Кропоткине на выставке. Они были молодыми птенцами. Приобрел я у заводчика с Курганинска. Такой дяденька с усиками. Даже я бы сказал с усами. Зовут его Юра. Ну вот посмотрим, как поведет себя эта пара и как будут развиваться события. Что хочу сказать. Я поставил скворечники, домики поставил. Вот сегодня у нас 20 марта, 21 марта. Вот примерно в этих днях я поставил этим попугаем скворечники. Домики для разведения. Вон вы видите, да? Домик. Вот так выглядит домик. Здесь есть смотровое окошко. Сейчас открою, продемонстрирую. И таким образом, в дальнейшем мы будем наблюдать за кладкой, за развитием птенцов. Вот, в скворечник я насыпал опилок хвойного дерева, по-моему, сосна или что-то такое. Ну, пахнет хвоей. Значит, перед тем, как опилки сюда насыпать, я их просеял на сите. У меня есть металлическая сито. То есть я избавился от мелкой пыли. Вот, вы видите, какая фракция опилок. Они мягкие, ну и такие вот они, курчавые. А пыли здесь нет. Просто пыль опасна, когда пыль может попасть маленьким птенчикам, которые вылупились в дыхательные пути. И тем самым наступит летальный исход. В общем, желательно опилки просеивать от мелкой пыли. Так, ну и также я добавил сюда эту самую ромашку и полынь. Мелкую измельченную, она тут пылью ее не видно. Но запах присутствует в скворечнике. Полыни в перемешку с ромашкой. И также, когда я скворечник чистил, мыл, я его потом обработал. У меня тут есть от пухоеда, мустанг называется. Ну, еще что-то сейчас в продаже не стало. Сняли ее с продажи. Там что-то с лицензией проблемы. Лицензировать надо этот товар. И что-то аптеки перестали с ним заморачиваться. В общем, ладно. Вот таким образом все это закрывается. Еще хочу сказать про эту пару, что сейчас они соседствуют. Вот вам сейчас видно хорошо самку спереди. Пугливые они достаточно. Фокус пропал. Вот сейчас самец слева. Вот он. Справа самочка. Ну, это считается как певчие редкого окраса или красные. Ну, в общем, вот такие вот у меня певчие. Хочется, конечно, получить от них потомство, посмотреть, что они дадут. Ну еще я когда покупал у него, он меня уверил, что это разнополые. А так как бы я немножко в сомнениях, вдруг брат и сестра. Ну, в общем, посмотрим, время покажет. Весна только началась, сезон только начался. Сейчас переходим к вами, перейдем с вами к певчим классической расцветки, которые у меня в том году давали два потомства хороших. Вот, если кто раньше смотрел видео, вы наверняка узнали этот скворечник и этот вольер, и эту пару. Ну вот они сидят здесь. Эта пара в том году дала мне два потомства по 5 птенцов. В кладке было 5 яиц, то есть ни одного болтуха не было. Все у них было хорошо. Ну, в общем, вот я им тоже повесил домик. Здесь также есть смотровое окошко, через которое можно подглядывать за яйцами. Вот мы видим.
Здесь опилки немножко крупнее, здесь дуб, по-моему. Тоже были у меня, но насыпал, думаю, пойдет. Так. А внизу они соседствуют. Они, кстати, соседствуют с розелами. Тут не видно. Вон самец прилетел, видно, да? Вон пестрый самец сидит. Так, значит, эта пара давала. И я от них взял самочку. Вот моя самочка. Сейчас я наведу фокус. О! Вот, значит, самочка моя. А самец приобрел тоже кров, поменял. У нас в Армавире есть птицевод, заводчик Геннадий. Вот. Это вот самца у него взял. Тоже посмотрим, к чему приведет эти мои спаривания. Кстати говоря, не забывайте подписываться на мой канал. Делиться своим опытом. Может, у кого были какие-то плюсы, какие-то минусы, пишите, разберем вместе. Здесь, значит, эти певчие тоже соседствуют с розелами, сейчас покажу. Вот, эти певчие соседствуют с красными розелами. Вон он, самец сидит, там самочка правее. Вот такие вот розелы. В плане питания. Певчие получают, допустим, сегодня у них зерносмесь, в которую входит два вида проса, немножко рапса, канареечное семя, сафор, овес, семечки, суданка. Вот. Положил сегодня, дал немножко я им вареного яйца, морковки. Вот такая, так у них выглядит поилка. В общем, вот это их питание. Завтра они будут, допустим, получать пророщенный овес, пророщенные семечки. В другой раз они будут получать пророщенную кукурузу. Сейчас уже кое-где начинает мелко вырастать одуванчик, мокрица. Можно давать, ну, понемножку начинаем давать траву. Только понемножку, с осторожностью. Также можно давать, сейчас весна, и почки садовых, косточковых, там, допустим, яблоки, яблоня, абрикоса, груша, черешня, вишня, слива, береза, липа. Вот эти все ветки, почки можно давать попугаям. Даже нужно давать попугаям. Благодарю всех за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. До скорой встречи. Всем удачи в разведении попугаев. До свидания.